В актовом зале районной администрации прошла 33-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Вначале, по традиции, поздравили именинников. За активное участие в общественной и благотворительной деятельности и организацию гуманитарной помощи участникам специальной военной операции неравнодушным жителям муниципалитета вручили благодарности. О работе районного отдела МВД за 2022 год отчитался заместитель начальника Василий Беренский. Подводя итоги деятельности отдела за 2022 год, можно отметить, что поставленные перед полицией задачи по поддержанию правопорядка в Северском районе выполнены в полном объеме. Ситуация остается под контролем. Депутаты заслушали отчет о работе контрольно-счетной палаты за 2022 год, внесли корректировки в районный бюджет. Утвердили перечень свободных земельных участков для многодетных семей. Начальник районного управления по физической культуре и спорту Сергей Клименко предложил присвоить спортивной школе номер 2 поселка Ильского имя заслуженного тренера РСФСР и СССР Михаила Амельченко. Депутаты района единогласно поддержали это предложение. Все 14 вопросов повестки дня были приняты народными избранниками за основу и в целом.